Один из самых часто задаваемых вопросов – можно ли научиться играть на ханге, не имея музыкального образования, и нужно ли знать ноты? Ответ – нет, не обязательно, так как инструмент предназначен в большей степени для импровизации, теория музыки вам не понадобится. Разберем основные принципы игры на этом инструменте. Так как инструмент круглый, мы условно делим его на горизонтальные и вертикальные линии, чтобы легче было ориентироваться. Вот горизонтальная линия проходит через динг. Средняя горизонтальная линия. Мы ее нашли. Поднялись чуть выше. Вот верхняя горизонтальная линия. Мы ее тоже запомнили. И нижняя горизонтальная линия. Еще раз верхняя. Средняя. Нижняя. После этого можно взять любой ритм. Например, простой ритм на 1, 2, 3, 4, где первый удар выделяется акцентом, и проиграть его по горизонтальным линиям. Раз, два.